Итак, дамы и господа, знакомьтесь, ВАЗ-2104, вот от этих вот господ по прозвищу Ублюдок. Это официальное имя этого автомобиля. Я бы его назвал «Привидение с мотором». Вот мотор как бы... Не, мотор есть. Шестнарь. Короче, все тут на подготовках, на автоспорте, на полном. Быстросъем, значит, кулиса. Ну, такая вольная немножечко. Ручничок. Все как полагается. И вот это счастье за небольшую сумму денег может оказаться под вашим управлением на вот этом прекрасном озере Медвежьем по выходным. Короче, истинное удовольствие и самый правильный способ потратить немного денег. Ну и кайфануть заодно. Да, Серега? Да. Итак, мы ведем прямой эфир из автомобиля ВАЗ-2104. За рулем Сергей, раздает бочком. Ничего не видно, боковое стекло, лобовое видно. И мы мчим! Истерика абсолютная, конечно. Какова красота! Мочо! Да бля! В то же место. Приехали. Сибирские закаты — это прекрасно. Летом тут вейк-парк, а зимой ледовая трасса. Ну, такие вот стихи получаются. Короче, кайфовый денек. Всем привет! Давненько не виделись, ну и меня не было давно в Гоша Турботех. Это BMW E92, как вы можете наблюдать, нашего хорошего знакомого Гурама. В общем, скоро увидим эту машину в действии. Уверен, что многие из вас